Вере Коробейниковой 85. Лет назад женщина проходила диспансеризацию. У нее выявили заболевание на ранней стадии, прооперировали. Слава Богу, все обошлось благополучно. Я чувствую себя сейчас хорошо. И теперь я уже наблюдаюсь и слежу за собой. Теперь женщина проходит диспансеризацию регулярно. Первое, что ждет пациента, это анкетирование. По нему врач судит о факторах риска. Затем узнают рост, вес, окружность талии, проверяют функцию внешнего дыхания и делают экспресс-анализ крови, ЭКГ и флюорографию. Если у пациента найдут какие-либо отклонения от нормы, то направят на более углубленный осмотр. Специалисты каждый день обращают внимание пациентов на важность диспансеризации. Это элементарное, что можно сделать для здоровья. Ведь чем раньше выявить диагноз, тем больше шансов на выздоровление. Чем больше мы охватим, тем больше мы выявим заболевание, тем больше будет качество. Ну, понимаете, что такое здоровье, да, когда делают операцию первой стадии, да, онкологии, второй, 100% иногда больные все выздоравливают, да. Это счастье, правильно, для семьи. Это продление жизни. В Октябрьском районе пациенты 9-й Самарской поликлиники и 4-й городской больницы вправе выбирать, где проходить диспансеризацию. В декабре прошлого года прошла реорганизация двух лечебных учреждений. Врачи отмечают, качественная медицинская помощь стала доступнее, улучшит ситуацию, и Центр амбулаторной онкологической помощи на базе больницы его откроют в этом году. Придет новый цифровой маммограф, придут два аппарата ультразвуковой диагностики, придет эндоскопическое оборудование, гастроскопы, колоноскопы, моечные машины. Это улучшит диагностику, качество и доступность помощи для наших жителей. По данным регионального Минздрава, желающих пройти диспансеризацию стало больше. О том, какие задачи еще предстоит выполнить, говорил в своем послании глава региона Дмитрий Азаров. Профосмотры, скрининги должны стать обязательной частью коллективных договоров на предприятии. Еще раз профсоюзы попрошу это отследить. А органам местного самоуправления я бы предложил еще использовать, изучить опыт Октябрьского района Самары, где автобусы здоровья доставляют на профосмотр тех, кому трудно самим добраться до лечебных учреждений по каким-либо причинам. Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления. Работодатель обязан предоставить свободный день сотруднику. Бесплатный профилактический медосмотр граждан проводится каждый год, а диспансеризация ежегодно для тех, кому за 40, и 3 раза в год для граждан в возрасте от 18 до 39 лет. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губернии. Пойдем тогда.